Всем привет! С вами Олеся Селезнева. И в этом видео я хотела бы сделать анализ работы месяца ноябрь. А для чего я это делаю? Это стратегически важно. Вообще в бизнесе лежит основа четкого планирования и действий. Да? Тогда бизнес дает результат, когда мы четко понимаем, что мы делаем, для чего и куда мы движемся. Не когда есть там четкая, вернее, расплывчатая, да, какая-то картинка, а когда есть фокус, направленность, и мы знаем, как, с помощью чего мы это делаем. Поэтому первый основной шаг – это планирование месяца, в начале месяца, да, и корректировка посередине. Сейчас я покажу наглядно на цифрах, что у меня происходило в ноябре, какой это дало результат и какой был рост по отношению с месяцем октябрем. Для меня это очень важно, потому что я понимаю, что я сейчас в нужном месте, в нужное время, и мой результат может быть еще больше, да? И что мне для этого нужно? Поэтому сейчас проанализирую свой месяц ноябрь. С помощью меня вы можете проанализировать также свою работу в ноябре. Ну а в следующем видео я поговорю о декабре и помогу вам распланировать декабрь, кто это еще не сделал. Итак, а сейчас возвращаемся в ноябрь. Как вы помните, эта бумажечка у меня висела в начале месяца с четко прописанным видением. Да? До 30 ноября 2016 года я закрыла 17%. Действительно, 17% не я закрыла, закрыла я вместе со своей командой. Но мы сделали больше. Мы закрыли 20% и немножечко побольше. У нас был большой хвостик на 600 с лишним баллов. Я очень рада этому результату, потому что я помогла себе, я помогла вам. И самое главное, я помогла вышестоящему спонсору, которому чуть-чуть не хватало, чтобы сделать квалификацию выше, чем у меня. Поэтому все, о чем я говорила в прежних видео, да, не зажимайте никогда баллы, работайте на результат команды, это приносит результат. Мой доход от компании 35 тысяч рублей, так я себе планировала, и я вышла на автопрограмму Kia Rio. Но могу сказать, что доход увеличился в два раза от этой цифры. Цифру я назову чуть позже. На автопрограмму мы вышли, поэтому сейчас декабрь, эту квалификацию нужно подтвердить, и тогда уже к Новому году я думаю, что могу себя порадовать новенькой белой красивой машиной. Сегодня у нас 7 декабря, и мы уже практически близки к подтверждению вот этой вот квалификации. Поэтому все возможно, уже на третий месяц при активной работе, при правильном подходе можно выполнить квалификацию, которую хотелось, да, и идти к заветной моей цели на Mercedes. Это все не за горами. А дальше я расписывала личный товарооборот и групповой товарооборот. И расписывала на партнеров. То есть всегда важно ответить на вопрос, да, я хочу, но хочу как? Каким образом я буду этого достигать, да? Соответственно, у меня нет смысла рассказывать про каждого человека, дабы не занимать ваше время. Но примерно я скажу, вот, допустим, как шло планирование. Я планировала на конкретного человека от 50 до 100 баллов, он сделал 33 балла. На кого-то я планировала 400 баллов, и этот человек сделал 588 баллов. На кого-то я планировала 400, этот человек сделал 428 баллов и так далее и тому подобное. То есть не всегда в вашей команде будут те люди, которые сказали и сделали. Будут, конечно, и такие, но для этого у нас есть договоренность, да, с конкретным партнером, что мы делаем, как. И есть всегда новички. То есть если у вас что-то идет не по плану, ну, например, человек сдулся, начинайте все с нуля. Представьте, что у вас нет команды, и вы идете дальше. Соответственно, у меня был план по новичкам. Я планировала 25 человек в команду в общем. Лично я привела 13 человек, и 3 человека я дала в глубину. Результат, ну,
не прям такой яркий, да, 16 человек, потому что в октябре у меня было личных 25 человек. Но почему это происходит? Это происходит потому, что сейчас я начинаю укоренять корешки свои и уже плотно работаю с людьми, с командой. И это, естественно, занимает время. Поэтому число там 25 сменилось на 16. И плюс, конечно, очень много людей проработанных, которые думают и принимают решения. Всегда, как говорится, что сегодняшний ваш результат – это проделанная работа ранее за месяц. Соответственно, в декабре у меня будут новички, которые думали в ноябре, да? Они оформляются. В январе – это результат работы декабря. То есть, понимаете. И сейчас я хотела бы привести вам цифры, которые вдохновляют меня и в которых я вижу смысл нашего с вами бизнеса командного. В октябре в моей команде из 34 человек 10 человек сделали уровень 3%. В ноябре 3% выполнили квалификацию 30 человек. Соответственно, этот показатель вырос на 300%. Один месяц показатель вырос на 300%. У меня появились 6-процентники в моей команде. Это 7 человек. Следовательно, из 10-3-процентников 7 человек подросли в своей квалификации. Соответственно, прирост по результату составляет 70%, да? И появился один человек 9-процентник. То есть для себя я вижу рост людей моих в команде. Помните, я всегда говорю, для меня важно не сколько я зарабатываю, да, а сколько зарабатывают люди в команде. Потому что если вы, как спонсор, могли человеку дать понять, что да, здесь он может заработать, вы положили ему денежку в карман, тот человек уже будет с вами. Так вот, смотрите, в октябре выплаты в структуру составили 2350 рублей. Это небольшие деньги, так как были закрыты только первые квалификации, это начало, да? Выплаты в ноябре уже составили, там, без нескольких сотен рублей, 20 тысяч рублей. То есть выплаты выросли тоже в 10 раз. Соответственно, мои выплаты выросли также в 10 раз. Я в октябре получила комиссию 6 тысяч. Сейчас я говорю именно о комиссии за товарооборот. Не общая сумма, да, с привлечением новичков, а именно за товарооборот. 6 тысяч в октябре. А в ноябре эта сумма составила 71 тысяча. Доход вырос даже в более чем в 10 раз. Сама структура выросла в 3 раза. В октябре у меня было, в общем, 34 человека. В ноябре это число выросло до 103 человека. Проанализируйте, команда выросла в 3 раза, доход вырос в 10 раз. Соответственно, выплаты увеличиваются. И если дальше держать такой же темп, да, увеличение команды, люди зарабатывают подо мной, соответственно, волей-неволей зарабатываю я. Поэтому мой лозунг «Судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры» работает в компании «Армель» на 100%. Зарабатывают мои люди, зарабатываю я. Вот сейчас на цифрах вы поняли, что команда номер один в «Армель» – это действительно команда номер один. Я безумно рада всем тем, кто присутствует в моей команде, кто работает на общий результат. И сегодня каждый день я сталкиваюсь с ситуациями, которые действительно, ну, с одной стороны, проблематично, да? Кто-то не может получить в свою страну посылку, кто-то надумал зарегистрироваться, а закончились папки. И ах, что же делать? Но есть четкое понимание, что мы идем в нужном направлении. И есть задача, а есть ее решение. Есть видение, которое помогает идти дальше. И вот сегодня с командой я это спокойно решаю. Есть люди, конечно, которые скажут: «О, и заказы-то не приходят, и папок нет, и вообще все несерьезно».
Но перед нами есть огромная-огромная возможность. И я всегда представляю, а что будет через пару месяцев, если мы сейчас это преодолеем. Поэтому я благодарю каждую из вас, кто внес любую часть работы, вклада в команду. Для тех, у кого уже есть результат. Для тех, у кого нету, но они все равно проводили какое-то количество баллов. Я благодарю даже тех, кто наблюдал. Потому что обычно есть люди, которые долго наблюдают, а потом бах, и как вспышка взрываются. Я всегда для связи с вами и могу помочь в том, что у вас не получается. С вами была Олеся Селезнева. До связи в следующем видео. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.